Опыты с аниматроном мы проведем в городе Пиза, на родине Галилео Галилея. Здесь, согласно легенде, он сбрасывал с Пизанской башни одновременно легкие мушкетные пули и тяжелые пушечные ядра и доказал, что они падают с одинаковой скоростью и касаются Земли одновременно. Галилео считается основоположником экспериментальной физики. Здесь он успешно боролся со схоластической теорией, метафизикой Аристотеля. Принцип относительности Галилей сформулировал для инерциальных систем отчета, а мы попробуем использовать его.